Я никак не мог предположить себя в такой ситуации, что пройдет 34 года с той поры, когда я с большим вдохновением мне предложили работать над балетом «Дон Кихот» в Ереванском театре оперы и балета имени Спендиаряна. Это были счастливые мгновения в моей биографии. Так как образ Дон Кихота, Дульсинеи, Росинанта всю жизнь мою сознательную сопровождал меня. Всегда этот образ был со мной, и всегда я говорил с ним сам собой. Чисто духовные какие-то были контакты, но вслух я никогда об этом не говорил. Я никак не мог предположить, что окажусь в такой ситуации. Конечно, эта ситуация прекрасная. Она связана с воспоминаниями о прошлом, но это прошлое сейчас перевоплотилось в настоящее. Я буду говорить о постановке 1975 года в Театре оперы и балета имени Спендиаряна. Я был сценографом этой постановки «Дон Кихот». Конечно, образ Дон Кихота всегда меня сопровождал в жизни. Дон Кихот, Дульсинея, Росинант – эти образы всем знакомы. Но никогда мне не приходилось вслух говорить об этом. Это духовные контакты с этим произведением, с Сервантесом и с персонажами, с Дон Кихотом, с Дульсинеей, с Росинантом, всегда были во мне. Я сам собой говорил. Но вслух впервые об этом говорю.
Я Росинант. Твой дьявол или бог? Скачу красиво, словно звуки бубна. И в кабальера превратить я смог того, кто был идальго слишком нудным. Я так красив. Я белый. Я скакун. И предо мной все от восторга млейте. Я кроткий раб, неистовый летун. Ла-Манча овцы, восхищенно блейте. Галоп мой словно дикая игра, забава смертью или, может, жизнью. Ведь конь был даже у апостола Петра. И значит, зря я от сомнений кисну. Я Росинант, твой дьявол или бог? Скачу красиво, словно звуки бубна. И в кабальера превратить я смог того, кто был идальго слишком нудным. Я с большим воодушевлением приступил к этой работе. Видимо, я уже был готов к этому, так как я только говорил о том, что они всегда были во мне. И нужно было это воплотить. Все это пространство сцены, громадное пространство, нужно было... Могу не говорить о Дон Кихоте, об этом рыцаре, который актуален сегодня для всех нас, для меня лично. Я говорю от своего имени, потому что образ Дон Кихота сопровождает любого человека, потому что мы не знаем, что творится в душе. Я сам даже не знаю, что во мне творится. И этот образ иногда возникает, иногда затухает. И, конечно, мой добрый Росинант, который верно служил нашему рыцарю. И до сих пор он жив, жив и жив. Я Дон Кихот, поборник чести, идальго сирых на земле,
Не нужно мне ни зависти, ни лести, и только взгляд любимой на челе.